Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть Jagged Alliance 3. Что ж, я добрался до военной базы, где ждет меня полковник Фашол. Здесь 29 врагов, у меня 6 наемников. Ну что ж, поехали. Будет сложно, долго и нудно. Сильный дождь. Есть вроде разведданные. Тайник. Болото. После бибан митник поставил, нифига себе. Турмовики. Чё, тут кто-то мог отсюда напасть? Слабая стена. Ну, слабая стена это хорошо, конечно, кто где-то попал. Ага. А где у нас подземелье? Ни черта не видно, да, где оно находится? Минополе. Давайте здесь появлюсь. Ой, они все устали. Как так-то? Быстро распалился, конечно. Так, минус трое. Осталось еще 13. Окей. Может быть, они сюда вообще не прибегут, они прибежал такие. Не думаю, что они все сюда прибегут, так что можно этих, скорее всего, двоих убить. А дальше будет легче. А нет, еще бежит. Ох, еще бегут. Самое печальное, что снизу так вот стрелять сложно. Так, давай-ка с ракетницы убьем вас. Как убьем, точнее раню, потому что я все равно не добью. Минус один. Another falls before me. Dog for life. Минус второй. That's how a battle is supposed to go. Блин, ему нужна нормальная пушка. Или хотя пистолет. Ну, кому нужен пистолет, то так и ему. У меня как раз у него пистолета-то нет. Миномет может поставить. Рыжему, да? Из миномета потом бахать. Ну, когда вот с базуки патроны кончатся, я думаю, так и надо сделать.
on that blood splash? Blood here. Red here. What is up, man? Moving into position. Oh. Ждем еще. А вот он бежит. Попал, зараза. Get into position. Блин. Я думал, никто не придет. Все идут сюда. Так, я убил четверых, пятерых. Так, как бы мне вас тут. Так, 6-7. 5-5-10-4. Ну, пускай 3 раза стрельнет. Wow. I killed a human being. Which I kind of swore not. Так, это плевать. Keep it in real. You straight tripping. Не понял, как ты. Got a good shot on this mother. Блин, он его не добивает. Это жесть. I miss it, it's okay. What is up, man? Red here. The hell you want? Do I look like a magician? Forget it. It's a gin. Есть. Ready to do stuff. И гранат на всякий случай. Если кто прибежит. Get ready for a pineapple surprise. Блин, надо было сюда еще гранаты кинуть. А ладно, ну и так тоже сойдет. Ну, сюда все равно надо было гранату кинуть. Так. Окей, минус один. Это хорошо. Блин, там еще двое. Ну что надо было сделать в предыдущий раз? Их взорвать. Четвертый уровень? Отлично. А что если можно четвертый уровень взять? О, кстати. Больше точности. Блин.
Попадет, не попадет. Попал, молодец. И здесь тоже. Отлично, 100%. Супер. Так, сколько? 3, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Еще 8 вроде бы. Ой, 8. Еще 4. Вот так вот и базы берутся. Ну это легко, конечно, эта база почему-то взялась. В сравнении с предыдущим. Ну, чего? Бегать надо. Еще командира где-то искать. Вражеского. Опа-на, вот и. Еще последние четверо. Я гранату даже не кинул. Ну тут можно из РПГ сейчас выстрелить. Хорош, чувак. Да блин, хватит мне стрелять уже. Называется, вот что значит не делать эту фигню, блин. I should be working out. This one will fall before me. Great deal. Сколько мне еще гранат осталось? 5. Ой, можно стрелять. А, блин, не могу стрелять. Не перецелился в предыдущий ход, и все. Hold still, damn you. Nice one. You ain't half Scottish by some chance, are you? Eyes here. Now you're cooking with oil. Ready to, do stuff. Meltdown here. Good chance of me, not missing. What? No problem. Great deal. What the fuck? Nice here. The hell you want? Ну что, остался командир? Если я правильно почитал. Ну, либо еще один вот этот вот. MD present. Aye. What is up, man? You got it. You want something? Keeping it real. Meltdown here. MD present. I should be working out. Сорок процентов осталось. Bloody. Keep it real. I'm in
trouble? Есть? Может быть, я не 18-26. О, полковник Фашо, вот он. Может быть, 20 их было с копейками, я почему-то 18 вспоминаю. Сержант Пари. Кстати. О, хорош, попал. По снайперу. Check out my man Blood over here. Styling and profiling. Can someone help me out? I feel under threat. Pretty good odds, I think. Aye. God, he wants to die. Munter in my sights. MD present. I think I can, you know, get him. Ой, да он промазал. Что-то я промазал тоже. Keeping it real. Got a good shot on this mother. А здесь попал. Ну, это не критично. These dudes mean business. Oh, come on, don't die just yet. Агр. I wasn't done kicking your ass. Eyes here. А тут еще кто-то есть. Ладно, я понял. You want something? Ждем еще подкрепление тогда. Жили ле фунц. Ну его далеко я убил. Так, наверное, уже больше 20 убил, так что, значит, их 28. Математик, чёрт. Так, ладно, стойте, так. Ready to do stuff. Ну все, я думаю, больше сейчас никто не подойдет. Угу. Миномет. I'll die if I stay here. I bet you'd like that, wouldn't you? Okay. Enemies about. This could be our welcoming committee. What's up, player? You straight tripping. Meltdown here. Кстати, если бы они сразу меня минометом бы сюда бросали, я думаю, я бы тут копытился, конечно. You're the boss.
must be well groomed for battle. Oil up those muscles. Word up. Get to your position. Eyes here. I'm packing steel, you feel me? Watch me pop a cap in this dude. Попал. Orange bastards! Yeah, yeah, I'm going. Do I look like a magician? Forget it. What is up, man? No sweat. Oh. Moving. I hope there is some protein powder in here. Еще один. What? Grand. Bloody hell. Ready to do stuff. Sure. И он, кстати, засел где? Eyes here. Ну, мне отсюда только легче будет попасть по нему. Ready to, do stuff. Кажется, только снайперы остались с минометчиками. Ready to, do stuff. I can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. Yeah! Yeah. Еще один. Yeah. Ладно, мне только от этого легче. I should be working out. If I miss, it is okay. Meltdown here. MD present. Copy that. That should keep your sauce from leaking out. Grand. Keeping it real. Thanks. Feeling hella good now. Moving into position. Red heel. Michael так, here. Ладно, пропускаем ходы, чтобы можно было свободно бегать. Вот сапер пошел. Да. Надо ближе подойти. Word up. Ready to do stuff. I'm in trouble. Didn't shoot at me, you bastard. Are you daft? I can't get them from here. What is up, man? Down here. Gotta get my ass relocated.
ready for a fight. И где? What is up, man? Сейчас долго мне еще придется. О, еще один. Сапер или снайпер? Вроде как сапер. Should be working out. Orange bastard! Отлично. Почти попал. Фух. Ура. Keep it in rear. Что ж, это было быстро и весело. Я думал, я буду мучиться, но нет. Все, собираем весь хлам, который тут есть, и еще подземелье нужно зайти. Отдохнуть, правда, еще надо. Вдруг подземелье еще защищен. А, что-то не зайти. Так. Не помню кого, но, наверное, у анаболика. Пулеметка стоит. Ну я рад, что я именно там это сделал, сидел. Все-таки просто было. Набор помпами сломалась, так понимаю, да? Так, лава. Keep it in rear. No problem. Блин, если не будет, конечно, лома, это будет печально. Не прошел механику, серьезно? Починить эту штуку я не могу, да? Самое интересное, что я снайперов не увидел. Может, еще кто-то есть. Let's move, lads. At least one dumbass spotted. Sure. Ух, да, здесь все-таки есть кто-то. What's up, player? Dug for life. Keep it in real. Так, под вашим контролем. Мы теперь точно под моим контролем.
Починить? Ну да, было бы прикольно взять починить, но это риск. Я попал бы под стрел банально, вот и все. Let us look at that. Grand. Let's take a walk. Aye. Calling out. А пока бегать надо взять. Так вот, и здесь эти гранаты. Хотя, наверное, ему лучше не эти гранаты. Да, давай было тебе нормальную гранату дам, на всякий случай. Ох, 82, а тут тоже 82. Блин, надо было для какого-нибудь другого отряда оставить. Ладно, разобрал уже. Ладно, это не проблема, банально, потому что мне все равно луну нет. А, все равно, да, то понятно. Так. Помпа пропала. Блин, столько фомок было, теперь вообще ни одного не осталось. Это, конечно, печалит. Опа-на. Так, вот эту пушку, кстати, я лучше поменяю вместо вот этого вот. Она мне больше нравится. Бесшумная атака. А ты вою дивизию. Ладно, пускай это будет. Это я оставлю на всякий случай. Одрение сатуэтка. Ну, это, кстати, можно все продать. Ой, не продать, в музей отнести. Прошел лидерство. У меня лидерство 5, 24, 25, 22, 9. Ну да, тут у меня некому. Это фоду и столько затащить. We're moving? We're moving. Так, план.
vehicle now. Операция, что у нас есть? Операция, только лечение. Да, потом еще бегать по всей карте, такое себе удовольствие. Блин, неужели у меня нет лома? Реально нет лома. О, кстати. Отмычка, так. Я идиот. Я просто идиот. Смотрим, если там враги. Если там врагов нет, то можно следовать. Если есть, то надо лечиться, конечно. Ой, сапер. Ну, подземелье здесь маленькое, так что я думаю... Я смогу справиться. Steady on, Red. You burn them worse pickles. Oh, man. Blood. Bleed in blood. No problem. Hey, check out my man Blood over here. Styling and profiling. Red here. Moving. What? Have at it, lads. Go right through. Knelt down here. You want something? Внезапно. Не ожидал, что здесь кто-то еще есть. Before
Sup, player? Meltdown here. Keeping it real. Ready for a fight. Moving. Keeping it real. Here you go. Glad to be of use. You want something? I did not sign up for this. Твою дивизию, что ты попасть-то не можешь? Ладно, хорошо, вот так. Okay, so far so good. Anyone wounded? What? I should be working out. We're moving? We're moving. Let us look at that. We all go now. Like a Christmas tree with an attitude. Gonna take us forever to untangle all this. It has been deactivated and it is now submissive. Интересно, зачем эта тревога нужна? We're moving. Looks like the big bad wolf left Red some presents from the basket. Fucking exploding ones. The hell you want? Сколько раз я еще наткнусь здесь на мины? Конечно, можно загрузить было бы, но вроде не критично. Michael here. We'll go. Гиена слышит щелчок ловушки. То есть там гиены водятся. Ready for a fight. I am hurting. I am bleeding. Keeping it real. Yo, who let the dogs out? Blood here. What? Calling out. Easier than shooting beer bottles. I don't know what it was, but it's dead now. Nobody's getting by me. Aye. All right, I'm moving. Другую попал. Ну, отлично. Вот зараза, попал-таки.
die. Be dead. Oh. What is up, man? Strike with your eyes open next time, Blood. Вот он в тело стрелял. Столько урона пропускаю. Things can still go south. Be prepared for the worst. It usually comes. Hell yeah! You see the arc on that blood splash? Now that's my kind of woman. You got it. The Iceman gonna keep everyone covered. MD present. Вот и все. Это, скорее всего, запасной выход где-нибудь, чтобы можно было захватывать эту базу. Michael here. On our way. Word up. Так, это с мины, я не пойду больше на мины. No, о, хорошо, то как, только кому дать? Шестьдесят. Все, в общем-то, здесь больше делать нечего. Пошли отсюда. Разбойничий форт. Итак, что у нас есть по электронной почте? Туда ему и дорога. Я только что узнал о временной кончине полковника Фашо. И к своему суду вынужденно признать, что испытал огромное облегчение. Он был крайне опасен. Ведь у него было много сторонников в армии. Без него нам будет намного проще вести порядок в Граншенье и предотвратить новую гражданскую войну. Я могу попросить вас поторопиться с спасением моего отца. Я так и за него переживаю. Скоро, скоро, подожди. Мне он еще туда тащиться. От вас, я так понимаю. Мне еще вон тут бегать, бегать. Не знаю, есть там смысл бегать или нет, но тем не менее. Так, операция. Лечение. Один день и 16 часов. Офигеть. Если тебе убрать, 2 дня. Все, они отдыхают. Здесь не справится. Остался только Тред Чарли. И то в 8 утра мне надо ждать до конца. Кстати говоря, может быть, мне забить на это? А, там еще лечится один. 3 часа. Я думаю, здесь все-таки надо разделить отряды. И перехватить вот эту цель.
Вот так вот. Там я уже объединю. Аж 14 это у нас... Ага, алмазики. Ой, Ларри, что с тобой случилось? Ты... побрился? Офигеть. Ой, ночь, кстати. Забыла. Ландсбах. Livewire here. Heading out. I really believe it would be rude of us to leave anything behind. We move. Ручка. Еще кто-то тут. Не упоминать о понтовом клубе. Рикошет. А вы как сюда просочились? Вот только для членов клуба. И что-то не помню, чтобы я вас в него принимал. Чем докажете, что вам нужно тут шастать? Прости, что без приглашения. Но шаловливые девчонки предпочитают входить с черного входа. Мне вот с тобой нужно обсудить украденный дизель. Плюс 5 лояльности. Йоу, потише, ладно. Точка это, конечно, моя, но у тебя есть уши. Сидите, расслабьтесь, потолкуем еще. Ладно, ну что скажете, братаны? Это понтовый клуб, господа. Излюбленное место отдыха здешнего населения. Шахтеры Зигфрида приходят сюда после смены, чтобы тянуться. А я уж слежу, чтобы у них было для этого все необходимое. А, так вот это какой клуб. Мальчики, хотите договориться о кодовых словах? У меня есть список любимых. Потусуйтесь с девчонками, поболтайте. Заходите, попробуйте себя в рынке, выбирайтесь, с кем, и я все устрою. Зигфрид фон Эссель, наш дорогой фюрер, белый пиджак, острый язык и черный сердце. Ни с кем не перепутаете. Приехал в Ландсбах несколько лет назад и вскоре все тут прибрал к своим рукам. Земля местная его, шахта его, черт, даже понтовый клуб его. Все тут работают на белого дядю, даже я. Слышь, братан, я на вашем месте с этой крысой дело не вел. Чувак, мамку, песню готов продать, только чтобы лишний франк урвать. У нас в Ландсбахе так. Хочешь жить, умей вертеться. Ну и сам смотри в оба. Что ешь и срешь. Сечете? Даже я не поручаюсь, когда правду говорит. Когда тебя имеет. Надежда всего считать, что второе. Иначе глазом можешь моргнуть, не успеешь, как и... уже наелся у него говна в шоколаде. Мы с вами теперь на одном у дяди работаем, так что я бы и рад рассказать, но пока постерегусь. Доверие в Ландсбах — непозволительная роскошь. Каждый сам за себя. Да, но ведь мы не из Ландсбаха, значит, нам доверять можно. Это наркотик, старинный, старинная зигрица, видать, дупер. К самому его сделать. Может, не хотел зависеть от местных дилеров. В Ландсбахе им кажется, что торгуют. Не видали ли что, или что от пар очков? Пара в мазок с части и мясо только в пюре. Пюре, вот теперь, мне теперь есть хочется. Я про то говорю, как есть. Вы мне никто, я вас не знаю. Может, я лапшу вам на уши вешаю, чтобы вы поскорее свалили. А может, правду скажу. Но тогда зачем? Но значит, кто-то другой зря мне не доверился. Нет, я, конечно, могу, но когда придется вам сперва мое доверие служить. Видите, вон того громилу, Костолома звать. Один из чемпионов понтового клуба. Я хочу, чтобы вы его завалили совсем. Разберитесь с ним, я тоже для вас кое-что сделаю.
Мне, братан, нужно, чтобы вы его уделали на ринге, чтобы все чисто выглядело. Я признаю, что чемпион схлопотал пулю, но, видать, не посетителей. Просто вызовите его на бой и завалите, чтобы уже не встал. Будет весело. Вопрос, братан, как скажешь, так и будет. И последний, братан, ослом крепкий сукин сын. Советую сначала попытаться удачи с другими бойцами, прикинь на свою силу. И помните, никакого оружия. Для Костолома это подстава. Но бой должен быть чистым. Так, окей. Айболит. Костолом. Интересно, кто у меня тут? Вот сила, ловкость. Ready. Где без разницы, да? Я уже забыл, что ты за способность-то. Состояние контроль. Один глоток из фляги, сила воли ваша, сила 25 единиц. Также дает значительный бонус к урону в ближнем бою и снижает точность так дальнего боя. Давайте тебя, что ли, попробуем. Выберите бойца, Игорь. Ну хорошо, давай фот. Это в углу боец полутяжелого веса, единственный неповторимый Айболит. А в этом углу гастролер международной ассоциации тонемиков, игрок номер один. А, даже монет не стали писать. Мне нужно чистый бой, без нечестных приемов, приготовиться к драке. Севастократор. Промах. Зашибись. Он попадет хотя бы раз. Попал. Да, лучше тогда уж входа вызывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Добьет, не добьет. Нет, промах. Ну, молодец. Обалдеть. Уф. Конечно, ранено теперь, но что поделать. Вот он наконец его прибил. Сколько попыток было сделано, это ужас. Да чё ты надерёшься? Я только что срубил с себя кучу бабла, и большинство тебе... Большинство тебе за салагу приняло. Я тебе видел, чего ты стоишь. Так что теперь я выигрыша, а значит, услуга за услугу. Поделюсь с вами инфой. Видал тут на днях фургончик на крыше. С60 откуда-то из Зигфрида. Причем зуб даю. Такую же точно я до того пару раз видел у заброшенной заправки. В общем так, братаны, надейтесь. Идите тот краденый дизель, загляните с ним перед Зигфрида ко мне. Я делал вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Так, S11. Так, давай поговорим с тобой, крот. Да, возможно, я что-то такое слышал, но информация стоит денег, друг мой. Иди в доки рядом с полузанувшей лодкой. Увидишь гору старых покрышек. Положи одну из покрышек, 5000, и крот расскажет. Так, док. Поделись инфой, если ты положишь 5000 в крышки рядом с местными доками. Ага. Yes, you just like watching me walk. Omri in here, lovely. Так, механик портфельф, настолько вы натыкаетесь на обрывок. Дизель для новой смеси, на... если новая партия нужна ему в следующей неделе. Пусть срочно доставит еще. Anybody got snack? With certainty. I'll do my best. Got it, okay? Блин, если бы я сразу видел эту фигню. Welcome. I think we should look around, yeah? Anything for you. We do it. Вы приятными дело. Отправляйтесь на справку к западу отсюда. Там живет Трэвис. Поговорите с ним, он расскажет тебе о дизеле. Хорошо, поехали. Куда мне надо отправиться? Видел подозрительный фургон, S10. Блин, так я тут уже был. Так, ну ладно, окей, пошли туда-обратно. Так, волк. Блин.
отлично. Вот авто, как его не надо и самому играть. About as well as could be expected. А, я понял, надо контракт продлить. Без проблем. Hello. You know. Главный. Мы... You know, Igor is... Так, вот на заправку. Посмотрим, что здесь. Let's move. What's up? I'm Travis. Чувак, я тут видел, мимо просветил фургон. За ним на полной скоростью. Дизель, чувак, боевики легиона стреляли водители с грузом. Стерны погнали за вторым фургоном. Странно, я думала, они сами его же привозят. Так, я понял, пошли дальше. А, то эти вылечились. Частично. Нифига тут вспомнили, конечно. Безумный Макс. Прикольный, кстати. Раз в пустыне. Еще с гитарой. Клевая отсылка. Блин, их тут дофига. Команда требует 5 противников попадания в конечности. Типа бензин эти, да. What? Red, action. Башка. I do not like to start battle on empty stomach. Блин, точно тут еще буря. What's on your mind? I could do this blindfolded and tied up. First person's mind I've blown. Igor Dovich. Red. Hello there. Yes? Presently in attendance. I am in movement. Ну, кил. Ну,
тут-то не страшно. Вот это чувак с гранатами, вот этот, да. Надо в первую очередь убивать. Блин, как они тут бегают-то в разнобой. Hello there. I am overwhelmed by the amount of enemies I see. Now I can work less. Don't tease me. Omri in here, Glavny. I have multiple targets in sight. Presently in attendance. Yes? Aiming. My weapon is jammed! Да ладно! Ух-ух-ух! 56%. Вот это печально. Я что-то как-то, блин... досмотрелся. Часто он атаковал, значит. Barry Unger. Ready for action. Good omen in clouds. We'll make shot. The Major will hear of this! Killing this way better than hunt. You don't have to cut for meat. I make Uncle Ivan proud this shot. Fuck! Minus. Oh. А почти убит. Ладно, следующий выстрел добьет. Не в тех они стреляют, как не в тех. Ну, попал. Блин, по мне тоже попали. Ты кинул таки. Да, после всех этих путешествий точно надо будет лечиться этому отряду. Presently in attendance. Don't be ridiculous. Good girl. Will you share your extra ration for kill with Omrin? Oh,
person. Must make good shot to get rations. Это кто такой, информатор, что ли? А, имя даже не написано, кто он такой. How can I assist? I have no clear shot. Yes? Yes. Presently in attendance. This is so exciting. Добил? Нет, еще. Еще кто-то есть. А вот снайпер. Must not shoot from here. Готов. With certainty. Hello there. What are the chances I'll find a decent bottle of conditioner? Ох, блестящий шлем. Плюс 100-500, столько безумию. Очень, ломается очень часто. Я не помню, укол безумия. Надо поставить ей безумие. Если для атак с уровнем претензий 3 выше. Кстати, это бы снайперу. Let's get moving. Вот и конец с раздителем. Отлично. Блин, жалко, нельзя ездить по этим машинкам. Сигфрид. Ну, поздравляю. Дизель, который мои парни у тебя угнали, захватили наемники. Майор. Если вы думаете, что я виню вас за выход у ваших солдат, майор, не беспокойтесь. Я уже знаю, как надежно и надежны те людишки. О нет, Фриц, я не беспокоюсь. Просто предупреждаю, чтобы не торопились откупоривать шампанское. Вечеринка может обернуться не такой, как ты планировал. Вечеринка? Какая вечеринка? О чем вы говорите? Хеллоу, хеллоу. Пошли на помощь? Привет всем. Кэрри, ваш надежный источник родивности снова с вами. Предположительно погиб председатель комиссии по расследованию военных преступлений. Пропал без вести. Предположительно погиб полковник Жульж Фошо.
Люди говорят о какой-то веществе под названием «Дизель». Так, улики, судя по заметкам, Зигфрид изучает человеческие гормоны роста. Трейс думает, что производство дизеля занимает легион. Шахта Б-12, Зигфрид хочет, чтобы ему вернули дизель. Так, ну ладно, в общем, мы направляемся туда. Здесь... Так, вот. И Ларри. Единственное, что Ларри должен быть здесь стоять. Угу. Ты сюда? Так. Я не помню, почему так. Она же снайперка, так же сюда. Короче, пускай так будет. И 11. Оно мне надо? Мне по идее... Так, они лечатся. Нужно сюда направляться. Чтобы начать перехватывать. 6 часов. Простая, сколько у вас тут еще? Обычный домик. Мне кажется, такой же домик я видел. Только там не было вот этой урожая с минами, такого ощущения. Да, это такой же домик был в пустыне. Тоже будка собачья, домик. Ну ладно. Мы всегда же делать разные локации. Сейчас спрашиваю, зачем эти локации вообще нужны? I'm a mime, not a miracle worker. Oh, you guys have been mime. Mouse here. Larry, clean and sober. Roger that. Слышь, чувак, я так похилился, а ты мне меня стреляешь? Отлично, минус второй. Редко так промахиваюсь, конечно. Oh, oh,
Ай, блин, опять заклинить. А, теперь другого клинить. No sweat. Ах, тут по-любому где-то мины должны быть, вот они. Так, Лайджик, посмотри, есть тут еще мины где-нибудь. Ларри, clean and sober. Дядюшка Бэкс. Люди приходят, люди уходят, а еще и разглядывают, начинают. Так одиноко, знаете ли. Ох, тут мин-то сколько. Повезло, что не взорвался. Yeah, doctor. Can do. Watch out. Could be more nearby. Step where I step. Ладно, так. No problemo, man. Армейский отряд 14 человек. Ну да, тут будет жестко. Вот сейчас центральный порт, который нужно будет захватить. Ладно, но я на этом, думаю, пора заканчивать. Захватил уже территорию, сколько мне надо. Поэтому спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. И до встречи, всем пока.